Ребята, всем привет, ребята. Сегодня я буду играть в эту игру. Ну, давайте найдем. Так, вот название кому надо. Кому-то оно заинтересовало. Ну, я не знаю. Могу открыть дом. Окей. Такая кроватка. Могу поспать. Угу. Что это такое? Шкаф? Ну, что за тебе? Окей. Тут мусорное ведро. Я могу посесть. Начать опрос. Да. Этот тест... Короче, не могла. Быстро читать, поэтому извините. Опрос начинался сейчас. Опрос начинался сейчас. У тебя хороший день, ну да. Вы осмотрелись. Знакомы со своей окружением? Да. Нет, это не так. Вы только просили. Ты знаешь, где ты? Нет. Какой-то комнате. У вас есть какие-либо сердечные заболевания? Нет, у меня ничего нет. Хорошо. У вас когда-нибудь была паническая атака? Да нет, пока что нет. Хорошо. Ты веришь, что Бог существует? Ну да, я верующая. Ты веришь, у призраков нет? Ну, это просто фигня. В любом случае. Вы отвечаете на эти вопросы по доброй воля. Ну да. Вы уверены? Конечно. Хорошо. Вы чувствуете себя комфортно в своей комнате? Вообще, да. Какой бабайки нет. Да. Если бы свет погас, бы... Из вышки, да? На самом деле нет. Вы когда-нибудь за... Чего? Я не вижу просто. Вы когда-нибудь задавали вопрос, когда у меня нет? Вы боитесь открытой двери? Нет. Вы осмотрели? Карнели. Смотри. Что за портал? Ну, типа, посмотреть. Я, наверное, не пойду. Да. У тебя есть враги? Ну, пока что еще нет. Если бы ты вдруг пропал, кто-нибудь пришел бы тебя искать. Ну, наверное, да. Ты один. Где дома? Дома нет. Мама. Мама на работе. Папа. Брат. Еще один. Ну, нет. Вы выглядите из окон. А я открывала. А! Да. Да. Вот его нет. Если бы ты кричал, кто-нибудь тебя услышал. Да, я один раз кричала. Весь дом услышал. Знаете ли вы человека, который стоит
мы зайдем. Знаете ли вы человека, за который стоит? Нет! Расслабьтесь. Как у меня сейчас челик из ноутбука вылез. Расслабись, это вас, тебя напугало? Нет. Ну что-то челик выпал. Нет, Женька. Теперь ты один. Да? Ты веришь в этой комнате есть? Ты веришь, что в этой комнате есть еще, кстати, ну да. Я что знаю, это игра. Ты уверен? Да. Достаточно ли тебе всего этого? Ну да, круто. Ну даже если бабайка будет сколько жить, ничего. Так, вы хотите закончить опрос сейчас? Я не знаю. Наверное, нет. Ой. Надо было открыть, да? Там Аля. Я спрошу вас еще раз. Просто нужно сказать, что вы действительно хотите закончить опрос сейчас? Yes! Хороший выбор. Тогда что? Вы храбрый человек, да, очень. И за это год вы не конфликтуете. Опрос сейчас закончится. Спасибо за ваше участие. И чего? Почему по-английскому? Ну окей. Я спать. Пока-пока. Ну что, ничего не происходит. Ну, давай, ну что будет страшного? Мы пойдем в портал. Может, мне в уфочку залезть? Я не хочу в портал. Ну окей, пошли. Не было лампочки. А я слышал какой-то звук. Давайте так поворачивать, а там бабайка. Ну, под кроватью никого нет. Тут тоже. Ну, пошлите, короче, в портал. Что дальше? Я кого-то перепрыгнула. Мне дали пейджик и типа всё. Шутка. Вали отсюда. Вот и всем пока, и сегодня мы закончим.